Рязанский лицей номер 52 отметил 25-летие. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею образовательного учреждения, состоялось в понедельник, 19 октября. Продолжая лучшие традиции классического образования, лицей номер 52 предъявляет особые требования к ученикам. Знания, полученные здесь, позволяют им не только быть гармоничной личностью, но и успешно реализовать себя в жизни, рассказывает директор лицея Ангелина Малистова. Лицей, сохраняя традиции старого русского царско-сельского лицея, движется вперед, в будущее. Новые современные технологии, образовательные стандарты позволяют нам достигать новых результатов. Все вместе мы, педагоги, родители, лицеисты, одна большая дружная семья. И только благодаря союзу всех членов этой семьи мы можем достичь многого. Поздравить учебное заведение с праздником пришли его учащиеся, представители власти, а также те, кто когда-то вышел из его стен. 5 лет, 5 долгих и тревожных лет. К тебе я прирастаю все сильней, и для меня сомнений нет, что я люблю тебя, лицей. Что для истории 5 лет? Мгновение, миг или еще быстрей? А для меня судьба – счастливый мой билет. Ведь я люблю тебя, лицей. Эти стихи были сочинены Ольгой Анатольевной Донцовой на 5-летие лицея номер 52. А сегодня лицею 25. Лицей для нас был началом нашего творческого профессионального пути. Нам повезло, что мы работали не в простой школе, а в такой удивительной, творческой, с пушкинскими истоками. Отсюда и наши традиции собираться 19 октября вместе, вспоминать счастливые страницы нашей профессиональной деятельности в лицее. Здесь всегда работали не за зарплату, а за идею. Здесь всегда зажигали звезды. И мы надеемся, что небосклон лицея 52 будет прирастать и зажигаться все новыми и новыми яркими звездами. Все, что мы можем, все, что мы знаем, все, что мы умеем в этой жизни, дал нам наш дорогой и любимый лицей. И лицейский компонент повсюду сопутствует вместе с нами. Да здравствует лицей! Ура! Мы любим лицей!